Теракт в Кабуле. Как минимум 52 человека погибли и более сотни были ранены. Среди жертв – женщины и пятеро детей. Смертник подорвал себя у входа в центр регистрации избирателей, где люди ожидали своей очереди. Ответственность на себя взяла организация «Исламское государство». Это уже не первое нападение на центры регистрации. В правительстве считают, что таким образом террористы хотят настроить население против власти накануне парламентских выборов, которые пройдут в октябре.